Современные очистные сооружения – одно из важнейших звеньев в производственном процессе. Это знают на птицеперерабатывающем заводе группы компаний «Домоте», расположенном в Нижнеломовском районе. В обновление собственных очистных сооружений комплекса только на последнем этапе модернизации вложено 145 миллионов рублей. Мы добавили одну линию флотации, добавили обезвоживатель и дополнительное оборудование, которое позволяет сейчас работать с хорошим запасом мощности, сглаживать пиковые сбросы с завода, которые образуются при мойке оборудования и помещений, усреднять их, очищать и направлять в дальнейшем на доочистку. Многие процессы здесь контролируются компьютерами. Сначала стоки попадают на механические решетки, после чего в усреднитель, далее на очистку в технологичное оборудование, где масса проходит физико-химическую обработку с помощью реактивов и физических процессов. Полученная флотопена отделяется, и только потом жидкость попадает в очистные сооружения Нижнего Ломова. Очередной этап модернизации выполнен с учетом возможного перспективного развития предприятия. В результате повысилось качество и степень очистки производственных стоков. В настоящее время загруженность очистных составляет около 50% их максимальной мощности. Изначально все объекты группы компании «Домоте» проектируются с учетом наличия локальных очистных сооружений. Но меняется природоохранное законодательство, растут мощности нашего производства. Это требует от нас проведения модернизации локальных очистных сооружений. Модернизация данных локальных очистных сооружений проводилась с применением самых передовых мировых технологий. Очередной этап модернизации локальных очистных сооружений длился около года и завершился в июне. Сейчас на участке задействовано 10 опытных специалистов-операторов, которые регулярно проходят обучение по работе на оборудовании и контролю технологических параметров.